Оружие. Ну, это такое оружие, поэтому будет 1000. Минималка. Забирайте, 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 ребят. Три 500 White Spirit. 4 бафка. 4 500 White Spirit. Повышайте уже троху. Быстрее было. Хоть 500 притон. Хоть 500 войд. Это хороший жезл. Альтернатив. Раз. Хоть 500 войд. Раз. Два. 7000. Раз. 7500 притон. Раз. Ой, войд спирит. Раз. Два. Перебиваете все. Минус 7500. Войд. Next. Да, да. Это говнище. Пояс РПБшный. 1000 мейн. Кому надо. 1000. 1000 шнурки. Раз. 1000 шнурки. Два. 1000 шнурки. Три. Забрал. Продано, блядь. Вот так должно быть. Вот это быстро. Вот так быстро и пэшите, ребята, чтобы время лишнее не тратить. Там хороший жезл, Саша. Грустно. Согласен. 4 косарей. Старт. 4 к старт. Войд 4 ставит. Что дальше? Следующая ставка. Есть продолжение? Войд 5 ставит. Войда есть. Тебе же на мейн? Да. Войд, ты же на мейн? Да, на мейн. Так, а Войд мейн шип идет? Да, у меня в заметке написано. А, все понял. 4000 раз, 4000 два, 4000 три. Окей. Войд, да? Выиграл. Да. Все, отлично. Это весело? Ну я мешочек открою. Мешочек открою, гэбэкин. Да. А этот, теперь по тактике. На первом боссе пиноклада прыгаем с танка. Под аван пиноклада танчи по 4 стака. Все РДшки становятся полукругом. Из огня выбегают сразу. Из огня выбегают сразу. Под аван ты будешь танчить сложно потом. Меня в рейде нету. Выки. Меня не присумонили. Сейчас присумоним. Сейчас присумоним. Сейчас поставьте шкаф, присумоните под Ивана. Ты будешь танчить кислотную в кресте. Пинаколада заберет огненную и повезет в квадрат. Размораживаться будем бегать в трусы. Ой, не в трусы, в луну. Миличников потом сам подбежит пинаколада, разморозит вече до конца. На полу все в под Ивана будет в этот момент. Потом они закапываются, все РДшники набирают рейндж 10 метров. Кто может снимать, снимает дебаф. Кто не может, просто отбегает от рейда. Рейндж 10 метров сохраняет. Выходит дальше ледяной рев, все бежим под щит Орды. Под щит Орды. Вот вам меточка будет. Трусы. Трусы звезд. Трусы ром. Будем отлетать в пивар. Также я поставлю чуть метку на человека. Вот звездочка стоит. Влад, заходишь? Да, да. Все, плюсую. Или сумени сразу, пожалуйста. По мне. О, Андрюха зашел. Так. Добираем сейчас последнего человека, а потом пойдем дальше. Выходит ледяной рёв, все подбегаем по команде под лицо, от босса далеко не отходим, чтобы на вас фридом доставал. И будем отлетать все в одну метку. Трусы либо ром, я там по возможности скажу. Так, Андрюху сейчас забираем. Ставлю рыбу и будем начинать.
Перелудность. Сейчас Монти уфолога. Его не сумонит. Пока еще. У него прогружается долго, он еще не зашел. Прогружается долго. А снег в Крыму выпал. Что-то невероятно. Ну что там, Петь, заходишь? Это может мне перекинуть четвертую пати за место лока? Милика с первой пати. С локом, понимаешь? Да. Какой? Лок... Женя, это ты, да? Да, просто орк там 2% силы, а лок он нахуй не нужен. Спасибо. Все, Петя зашел, ставлю рыбу и запускаем босса. А в три танка? Два? А почему три? А, Андрюха. Все, Андрей еще просто инспектнулся в столу. Сейчас он, походу, инспектнулся. Под бафами? Да, может, не надо. Может, лучше медведя оставить. Все, он спекнулся. Запускаю босса. РДшники уже становились на позиции. Набирайте ранжел. Опять же, по поводу званий пока сейчас объясню. Звание, вот 2 недели РТ походите, получаете звание участника. Еще 2 недели походите, звание ветерана. Можете заходить на твинков потом своих и получать шмот, когда не надо. Когда не надо никому, ни на мейн, ни на офф. Я уже месяц держу звание в таком. Это кто говорит? У меня плюс просто. Какой месяц? Я тебя вообще в прошлый раз такой видел на РТ. Я в прошлый раз не ходил, одно пропустил. До этого ходил. Ты один раз был на РТ. Я помню все, кто был. Молодец. Тимур минус 1000. Точнее, да, минус 1000, по-моему. Дайте поставить. Не в центр, не выводи его в центр. Ладно, ты как в ХПМе танишь. Разбежались полукругом тогда все. Гоблина занесли под пузо. Подавание сбить по 4 стака. Танчится. Дай и Бэр по Маздаю спиритбот. Не ребаф сразу же его. Забирай. Ребаф Маздая полностью. Занесли гоблина под босса. Лешка, можешь кастовать до 6 секунд. Потрясла их всего топ, а потом в топ ФК. Вова, ты забираешь, ведешь квадрат. Что? Огненное. Его выкинуло, наверное. Игра не по жуткой немного. Подержи ее, Вова, чуть-чуть возле кислотной. Дали Геру, сыграли по кислотной. Все максимально бурсты отдаем. Свои бурсты отдали. Ха.
Ран, Троган, на пулы будете давать? Блин, на айсбаунд. Дал. Милики. Подбегите, вон он сейчас вас разморозит и дальше бить. Смотри аккуратно, Вова, через воду. Разморозь, подбеги. Вон двоих. РДшники набрали джинжу 10 метров под, в луне. Разморозить надо. РДшники, держите РНЖУ, милики, первая пати миликов слева, вторая справа, третья слева, четвертая справа, их с пятой тоже слева. РНЖУ держите, главное. Не подбегайте, милики, сейчас будет харчок. Разбежались. Кто может снять, сняли. Мастераур на огонь нажмите. Вадим, можешь нажать еще массакру. Один харчок походу полетел. Вы уже не стойте. Сейчас все бьют только в бок. Под лицом никто не стоит. Разбежались там те, кто под лицом стоят. Вон ведут на вас босса. Бегите, а то сейчас шотник. Вот. Она дышит конусом, если что, отбежали все от лица. Сбоку от лица аккуратно стоять, стойте. Лужа. Значит, будем в щит Альянса улетать. Вова, заберешь босса, в щит Альянса веди. Сюда, вот в эту сторону, вправо. Будем отлетать в квадрат метку. Сейчас метку поставлю. Я не шанул, если что. Подошли ближе к боссу все. Вон, поставил квадрат. Подвязали в квадрате. Квадрату. Подбежали вправо-лево. Также, ребят, учитесь отбегать от рёва, кто будет ловить рёва, тоже минут 1000. Так, Тимур минут 1000. Квадрат вон к уфологу сбежали все. Пивар этот. Вот, метку квадрат поставил. Сбегайте в квадрат. Когда начинает он прыгивать, сразу же бежите в квадрат. В квадрат сбежали. Право-лево отбежали. Вот, никто не словил. Таника, забирай сразу шмот. Какую-то часть лепешки будем. Пока босса запускаем. Я, конечно, понимал, где квадрат находится, но я его так и не увидел, если честно. Я один такой. Так, он про пояс. Столб есть, типа в него становишься все. Нет, это я понял. Просто про квадрат говорили. Там квадратик на уфологе стоял. Нет, так, ладно, в принципе, шмот потом. Он пропадает, когда разгоняется, он пропадает. Да. Короче, сейчас поставьте РДшники по два человека. Пинаковада, прыгай в ДД. По два человека РДшники и рейндж 10 метров соблюдает. Где будь моё вообще... МК? Ты на маме. Сейчас кину тебе МК. Райсове не слышу.
Топ-хайп кинь. Топ-хайп кинь притону. МК. Ты еще ебай нахуй, МК. Короче, будет два вида коста. Один сбиваемый, другой несбиваемый. Поэтому наберите ренжу. Будет появляться два вида мобов. Баба и големы. Големы будем одного банить притон, другого банить Чернобыль. Третьего мы свечимся, потом разбанивать своего Чернобыль, потом притон. Также будет появляться две вида меток. Череп-крест. Крест мы выносим в другую сторону и к людям. Череп мы приоритетом прохиливаем. Это весь бот. На босса красноязычие сбивать косты. Бок от конец коста. Также будет появляться стаки. Всем привет. Стаки забирают. Привет. Забирают магии, помогают шаманы, присты. Здорово, спухши. Все помогают. Косты сбивай. Ты сбивай, подаван. Я как раз будет откулдауниваться. Не сбивайте сразу косты, под конец коста. Скоро появится ворота, появится баба. Здесь свечится не надо. Не сбивайте сразу каст, пожалуйста. Сайса прохил приоритетом. Каст? Хорошо. С руки выбежал. Или выбежала Галина. Раньше чуть выбегал. Стаки с босса сняли. Маг. Крыски. Команда. Спирит бокса прохил приоритетом. Каст. Хорошо. Буревестник выбежал. Подаван, приготовься, скоро бомжей будешь. Майлика прохил приоритетом. Кастуй бомжей, подаван. Жвенек, в принципе, тоже можешь. Готовьтесь банить големов. Двух големов банит первого. Притон Чернобыль в стаке с босса сняли. Каст. Маздая прохил. Нажми, Вадим, массакру. Определенно побежал. Сыграли по голему все. Мастера урна огонь. Разбань голема своего, притон. По голему второму. Нажми айсбаунд. Дал уже. Подаван. Красава. Немножечко. Айсбаунд. Плохо отображается. Мункина прохил. Стаки на боссе. Приоритетом снять. Бухой мастер выбежал. Там зеленку можно нажать до начала. КД было. КД было. Каст. Просто это игнорируем. Айрон Варриора прохил. Приоритетом. Каст бить. Только катана выбить не, разрушка. Все, добиваем босса. Стаки собрали, притона прохилим. Еще два стака. Помогайте забирать. Я почти все забрал. Каст босса. Все, добивайте босса. И отходите все счета альянса. Точно альянса? Точно. А вот щита альянса, отходите, все правильно сказал. А, мне просто сейчас подходите под щит альянса. Так, столик поставлю. Тыкните на столик. Покупите рыбку. Ой, не рыбку, а ману восстановить. Так, у нас... Давай пинаколадов танка. Пинаколадов танка. И Андрюха тоже прыгнет в танк. Уфолок. Андрюх, ну, спасибо. Так. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Если это вы лишь пробуйте.
того, что ждет нас в будущем. В Орду! Так. Будем начинать справа. Майлик, уходишь с танками туда. Будем начинать через череп. Войд всегда на дисплее в приоритете. Пинаковада, начнешь с нами бой. Заберешь печеньку. А есть у кого почта? Я забыл, блядь, приплаты. Заберешь печеньку. Будем начинать с черепа. Под нами должна быть всегда замедляющая трапа. Никакого АОЕ урона. Смотрите аккуратно. Там бури свои, паладины. Звездопада никакого. Моры. За это все не издается. Локи, доставайте суккуб. Теперь по контролям. Печеньку. Первый будет контролить у нас Мункин. После Мункина, после трех ветерков, три фера от Притона. После трех феров топ-хайп кастует три хикса. Второй приоритет по контролю Ромбик. Ромбику, когда подбежит первый контроль Спирит Бокс, потом Чернобыль, три фера, потом определенно. Дальше. Трусы. Трусы контролит первый бавка. После бавки Ашока Катана закинет три ветерка. И после Асоки Буревестник Трихекс тоже подкинет, если будет по трусам. Так. Теперь по милишникам. Подаван заберешь Шакула. Шакула. Пинаковада заберешь звездочку. Когда грипнешь, ты начнешь с гриппа, потом заберешь звездочку от нас. Также, Женек, тебе нужно будет забрать полумесяц и покаять его тоже. Увести от нас. Все, первый гриппает у нас Пинаковада, потом гриппает Женек, и третий бухой мастер. Под нами должна всегда лежать ледяная трапа и замедляющий тотем. Начинаем все. Сань, проебал. Кого, где? А, ты шестанки. Забирал он двух окей. Луну заберешь тут. Окей. Я забыл, что сейчас танк спехнул. Женек, все, отбой, ты не забирай. Заберет уфолог. Сейчас ревок сделаю, потому что у меня забагался метки. Будем начинать сразу. Здорово. А где вы уже бегаете? 25-ка. Для меня выкинул, сейчас дойду. Слота не будет. О, ну ты можешь спать и посидеть, чтобы ЕП получать. На замене. Блять, кнопка связи. Что, заходить, не заходить на руку? Я же тебе говорю, можешь зайти на этот, чтобы получать ИП. Не, ИП велел. То есть это ну, все написано, в принципе. В диси. Там у кого-то шумит. Угу. Так. Ставлю метку квадрат, все начинаем с квадрата. Вот. Сейчас прогружусь. Приоритет контроля. Приоритет законтролить печеньку и ром. Также Чернобыль. Давай ты добанишь дерево, когда оно придет. Все, готовность на пол. Будем начинать. Проверить, ЕП, наверное, не дал сутки. Сатсуны. Кто еще? Бойчик. Оно поняло раньше, да, написало. Да, он через бойчика капает. Хорошо. А, подожди, я еще за этого не давал. За ИТА. За двух боссов не давал. Сейчас дам. Ничего не считал. Я за ИКА. Так, все готовы. А там все. Тогда вот. В журнале все есть.
Так, добавим пол и начинаем. 5, 4, 3, 2. Все играют по черепу. Дали герм, сыграли по черепу. Косты все должны быть сбиты. Также красноязычие пораскидывайте на всех кастеров локи. Лок кастует. Пинаковаду уфолога прокиньте. Дал мне зубку. Готов. Готовься контролить, который лок назначен на квадрате, на ромбе точнее. Играем сейчас по печеньке. Подлейте ром. Ром сейчас у меня в эфире. Дайте пыль эфир. По рому никто не играет. Играем по печеньке. Диспел печеньку. И трусы законтрольте. Задиспельте. Там докерища. Все, ромб диминишинг. Следующий друид контролит ромб. После ромба готовься Чернобыль ты или Пелитон. Продлите ромб. Ромб продлите. Первому ромбу. Ром, скоро опять готовьтесь продлевать. И трусы бегут уже бить. Ром, продлите. Трусы законтрольте. Диспел печеньку. А пропружите ханта там, ход кивица. Да-да-да. Диспел печеньку. Все, следующее по ромбу законтролю хексом. Отдал хекс. Дальше по рамбу играем, по рамбу. Забрали ром. Грипнули его к нам. Все, и убиваем. Косты ему сбивайте, косноязычие, контрольте все трусы, тогда они к нам подойдут. Подала на прохильте. Вадим, бабу, готовьте миликов, кайтесь. Женек, забери одного милика, уведи куда-нибудь. Бухой мастер тоже самое. Играем по трусам сейчас. АУЕ пока не бейте. И ледяную трапу подложите под трусы. Землячий темп там поставьте. Спиритбокс иди, подними подавана, а сокатана подними моя лика. Не контрольте, мы трусы бьем. Трусы не контролите. Подняли. Да дайте им ребаф. Диспел трусы. Диспельте трусы. Рест. Диспел, обычный диспел по трусам. Да позже тебе, блядь, 4 ходки, вы что, выбирать? Спокойнее. Прилетите там войд, ты на диспеле. Диспел. Там у меня промах бывает. Ну я тебе говорю, что такого дисплея. Так. Дальше играем по Вилане, я мне череп поставил. Гриппайте ее. Печеньку не трогайте. По контролю. Печеньку продлите контроль. Сейчас. Подзадиспел Вилану. Печеньку. Да, хорошо. Косты сбивайте. Красная сможете на нее повесить. Дальше играем звездочка к нам подошла. Звездочка, в принципе, сыграем. Крипите. Диспел. Баба у меня. Кайтесь ее по ледяной трапе. Можете держать печеньку вместе с звездочкой. Будем их двоих сразу убивать. Все, подведите сюда.
подведите печеньку к звездочке, на кого агрится, просто кайтите вокруг ледяной трапы. Убивайте сразу двоих, старайтесь приоритетом сбивать костры печеньки. Брюхо. Диспелл звездочку. Фотка, значит, внесли. Брюхо жестит там по полной. Чего? Ну, чё, потом скажу. Танцор, блядь. Здесь я не обязательно, правильно? Смотри, если ты понадобишься, чтобы ты был в доступности, тогда ты можешь куда угодно уходить. И получаешь, да, ТИП, когда мы заменим себе. Точнее, ты это в другой канал перепрыгнул, да, чтобы фильм смотреть. Ты должен быть на замене, то есть тогда тебе должны быть достучаться в случае чего, ты должен прийти в лейк. Все, давайте дальше. В принципе, сколько там милишников? Два? Шокол. Подван, веди своего милишника, будем заливать вместе с деревом к нам. Подводи. Тут два. Тири и Шокол. Веди. Нормально. Одного сейчас грипнем. Уже почти убили. Веди двоих сразу, нормально. Трапу поставят, ледяную, плюс тотем замедляющий. Просто выскайте. Шокол тем более не бьет. Будем Тири бить. Сейчас на Тири... У нас стоит. В Луну будем врываться. Шокола просто кайтесь, он не дамажит. Почти. Не контрольте больше, Тири. Вон сюда ледяную трапу поставьте и грипните его. Да. Веди, 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 подумай. Ладно, уже тут Шакулу пол хп снесли. Давайте Шакулу. Тири просто кайтесь там, по ледяной трапе. Плюс все могут милики под танки. Танков там у нас три штуки. Тоже подтаунчивайте и просто рядом держите. Такого. Андрей, останься в танке. Ну, подтаунчить не означает уводить его, ребят. Да, уводить не надо. Держите просто рядом. Клиф проходил хоть какой-то быстрее будет. Так, я сразу сейчас за трех боссов начислю ИП, потому что я ни за одного босса еще не начислил. А, скажи, на замене ИП полная или половина идет? Полная. Там если кому надо и шмотом, пускай заходит. Мне просто нахуй ничего не надо. Если ему нужны вещи, пускай залетает. И, кстати, насчет самого этого, ГП начисляй после каждого босса, после поиска каждого босса будут люди на замену присоединяться, чтобы они получали ему все. Так что там, если кто-то хочет, кому-кому... Да, да, я знаю, просто мы сейчас быстро идем, чтобы времени не этот... Я так и делал, планировал делать, просто не успеваю все еще, плюс тем более... ну, сам же для меня этим не занимался ни разу. Берите все черную. Подаван пинаклада берете белый. Уфолог будет танчить соло. Смотрите, босса не загрите. Сейчас. 4500. Чисто. За 3 босса. Так я релокнусь. Угу. Так, хорошо. Все взяли черную, смотри, подаван, ты ловишь сферки слева, пиноклада ты справа всегда. Вы выводите противоположные сферки рейда. То есть мы все по черной, вы ловите светлое. Пенопула даете уфолога, сразу не врывайтесь, дайте ему поставить босса. Поставить, тогда врываете. Смотрите, совы со своим АОЕ аккуратно. Совы, маги, чтоб сначала не сорвали. Дайте, можете постоять чуть-чуть. Плюс закидывайте в них как-то саливы по водинчику. Все, готовность на пол. Если все готовы, будем запускать. Ну,
Так, все готовы, ДБМ пул. В принципе, тут без ДБМ пула считаю до 5, Андрюха, держи. Станьте только все в один фрейм, пожалуйста. Вон сова стоит. Вот один, чтобы меньше вероятность на сферка будет. Раз, два, три, четыре, пять. Пуля, Андрю. Сразу не врывайтесь. Заберите еще огонь вместо льда, поставьте ауру огня какой-нибудь по один. Мастера орду. Все играем сейчас по светлой. Сразу не врывайте. Давайте поставить. Все играем по светлой. Спецспособность через 20 секунд. Через 5 секунд приготовили спецспособность. Так, погибли, взяли все светлые, бьем темную. Дали Геру. Каст можно сразу сбивать. Сбили каст. Прохили рейд на фул. Все, перебежали всей пачкой. По пути не ловим темные сферки. Танки, которые ловят сферки, поменяли сферки свои и ловите уже темные. Стали в одну пачку все. Играем по темным. Способность через 3 секунды. И взяли темную, бьем по светлой. Бурстим. Бурсты отдали свои. Каст. Сбейте. Прохили рейд на пол. Перебежали. По пути не ловим светлые. Танки поменяли. Войд за костой гимноманом, когда бежит. Способность через 10 или 11 секунд. Сейчас будет либо темный, либо светлый каст уехать. Если темный, то попроще будет. Все, продолжаем бить танки и готовьтесь, прожмётесь. Пинаковада, подаван, зажмитесь. Мастера урона тьму нажмите. Все, сейчас будет по-любому светлый каст. Пока бьем, босс. Успеем даже убить. Взяли светлую, будем играть по темным. Пойдешь сделай, темни сделай. Это светлая воронка будет, по-любому. Добиваем босса. Запускаем дальше. Бля, кулак по ДК так и не дали нахуй. Три раза четыре писал. Я давал. Ну, ребят, если вы не будете давать кулаки, бафы какие-то будет это замечено. Будем тоже какой-нибудь слав. Поэтому сразу бафы даже даете. Ну вот дали, 30 минут. Ну, ладно, похуй. Сказал бы сразу просто, вот. Да я писал там, я уже, блядь. Я ж включаю-выключаю, не по кнопке. Там мне нужно свернуть игру, нахуй. Открыть Discord, нажать, выключить. Вот это я сегодня лута полутал. Лута полутал. Полута полутал. Хорошо, мы просто паролим шмот. Иди, ребутником, мы паролим шмот, который тебе не нужен. Давай, Санька, по очереди в мод ИП. Который не нужен на шумана. Должно быть что. Так, кольчужин, блядь, который не нужен на шамана, Саня. Так это не надо на шамана.
Где моё МК? Это рецепт. Где моё? Это рецепт. Может, ему и надо. Рецепт просто рольчик. Рецепт скинь просто в ГБ. Кинешь ГБ, рецепт продадим. Кидай ее на ролл. Смотри, скинь. Поиск мрачного тумана. Тканевый. Не, нет, ЕПСится. 1000 стоит. 3. 1000 ЕП. 1. Вы пишите шмотку и 1000 ЕП мин. Вот. 1500 Чернобыль. Перебиваете, топ-хайп 2. Ну, топ-хайп 1, топ-хайп 2, топ-хайп 3. Окей, топ-хайп, отдавай топ-хайпу. Так, а чё, я мой пояс? Да. Next. Я бью или танчу? Подаван будет соло в танке, все остальные в ДД. Башмаки храбры. 1000 мейн. На лов спек по 500 паладины. У меня на мейна нет хапала. На хапала. 500 мой лик. У тебя я нет лик? Пятьсот мой лик. 3, 2, 1, все. 1, 3,80. 3,80. Иена, тогда 3,80 иена получается. Да, сейчас я все поставлю. Зайдет Буревестник, все поставлю и будем гулять сразу. Получается при таком. Дальше. Латные ноги. То же самое у нас на мейн. Нет хапала. Офспек по 500. Одна стоит... 500 стар. 1.9. 500 стар. Ну, никому ноги не нужны. Да, теперь маги просто. Рома, надо на хапала за 500? Хорошо, на распыл тогда. Пухи оставляем. Дальше. От скольки пуха? 2,5. Кровавое неистовство, топор. Это только роги идет. У нас нету роги на офспек комбат. 1250. Тимур, забираешь? Еще 250 на лов. Давай, не рожайте быстрее. 3. Саня. Ау. Саня, когда раз отцу скажи, там есть на своего шмот? Если убьем босса, чтобы я быстро отошел. Да, да, нет. Левая рука есть крит дух. 1,7 миллиона. И все. Все, раз, наверное, распыл, то заставляй кровавое нистерство. Понял. Что там дальше, как закидывай? Рыбку покупите. Еще буревестник зашел, я поставил бы рыбу. Наручи кольчужные. Друзья, не на шаман. А, не, на шамана не нужны. Этот. Рома, микрофон. На ханта не надо. На офспек на ДДшников. Ретрик это. А, у нас в принципе нету. Надо распыл оставляй. 500. Нет, подожди, тебе не 500, тебе же на ретрика. На ретрика это за 1000. Все, забираешь? Нет. Ну типа Ром. Слишком долго. Кожаный пояс. 1000. Бис на ретрика. Понимаю. Рома, 1000. Раз. Маздай 1500. Ретрик и бис, да? Ну, я сам с ним хожу. Ну, бисовый не он, а бисовый СВК 25. Ну, он такой... Маздай 1500. Раз. Нет, 500 минимум у Рома. Так. Так, 500. То есть 1500, 2000, 2500. 2000. 2К, Романыч. Раз. Давайте быстрее. Вы как слушаете, 500 шаг. 2200.
Про адвоката Тимур был первее, следовательно. 3К. 3К Тимур перебивает кто-то. Раз, Тимур раз, Тимур два, Тимур три. Все, Тимур минус 3К. 10 лет условно. Все, дальше вот. Дальше. Пойдем. Сейчас убьем Ануба. Ну, подожди, давай убьем Ануба. Дальше. Танчит соло подаван. Танчит соло подаван. Одного моба контролит у нас Войд, второго под босса. Заводим. Убиваем моба, заводим второго моба. По команде уфовок заберет босса, уведет его. Вторая пачка мобов, когда выходит, также одного под босса, второго за контролем. Лужи здесь все можете разбивать, соло жмите Starfall и станьте по центру, нажимайте. Только смотрите, где-нибудь рядом там не сбивайте. Также на перебежках забегаете сразу на ферри. Кто умеет кастить, можете покайтить, но это не обязательно здесь. И все играют по мелкому трэшу, также бегайте всегда пачкой, не лезьте под шипы. Черт, может мне тут шипы или что? Стрихила... Да, давай шипы. Ну, сразу загребайтесь. Да, будь в КПале, Вадим. Пусть КП будет. В два в три хила? Да, так мы всегда в три убиваем. Мы раньше так и не работали. А сейчас отгрушка есть. Сейчас у нас, да, отгрушка, Катюха есть, все захилится сама. Так, еще раз готовность. Все готовы, ДБМ пул. 5, 4. На пулы всех подавана. 2, 1. Сбейте лужи ему. Соло жмите прям старфолы по красоте. Все, вот лужа упала. Одного контролишь ты, Войд. Играем РДДшники, которые не имеют клива, играют по мобу, милики все по боссу. Через клир. Второго моба разбаньте, подведите под босса. Играем также по боссу, РДДшники, которые без клива, играют по мобу. Милики по боссу. Андрей, приготовься, скоро выводить будешь. Одного моба законтролить. Одного законтролить. Сыграли. Да? Макс, красавчик. Спиритбокс, дай БР по бафку и сразу ребафку. Сыграли по второму мобу. Прохильте уфолога. Все остальные перебегайте в другую часть. О, я покаючу. Все остальные перебегайте в другую часть. Играйте все по мелкому трэшу. Бегайте целой пачкой по даван. Лужи все сбиваете. Только смотрите, вы сбивали очень некрасиво. В одном месте. И много стаков. Не, он ж в этом. Бобби, сейчас зайдет. Подаван, заходи. Нормально, нормально, все. Все проверено. Вижу. Вижу, красавчик. На Боб я сейчас не надеюсь. На Боб вообще не надеетесь. Просто сразу, если видите, не кидают Боб, забежали. Все по мелкому трэшу играют. Когда оно вылезет с мелким трэшем, все под босса забегите. Также одного Боба контролем, второго под босса. Также сейчас добьем босса, пойдем в ВК десятку. Есть время. Взяли двумя рейдами. Закли все под босса на ком мелкий трэш. Готов всего это одного моба контролить. Все, и то же самое, РДДшники без клива играют по мобу, все остальные по боссу. Разбанивай второго моба. Под ванну пропейте. Грипните моба на лужу, чтобы быстрее был. Заберите его только. Хорошо.
Больше урона по мобу. Сыграйте милики тоже по мобу. Сейчас выйдет еще. Все, милики в босса играйте. Через клин. Одного моба контролем, второго под босса. А не два. Андрюх, Андрюх, чуть-чуть больше подержи, когда где-то... Все, уводи, Андрюх. РДСники, только не сильно не вырывайтесь, вы оба можете чуть поиграть, чтобы не сорвали. Разбанивай второго моба. Ой. Грипнули его на ужин, завели. Еще заведите. Больше не закопалось. Это то же самое. Разбегайтесь от цепов. На третьей фазе не забудь Буревестник поставить тотем от сил природы. Хотя лучше не тотем от сил природы, нажмешь лепесток Ренессанс, пусть кастерский тотем остается. И Геру дашь. Заходи. Майлик выбежал, все остальные по мобам играем. Смотрите, не умирайте от такого, пока и проклятие пинаколаду спасону. На пол. Джипорка, забеги на любую лужу. Все, хорошо. Айрон Варриор тоже самое. На любую лужу забеги. Романныч, любая лужа. Сейчас босс выкопался, играем по боссу, с мелким трэшем зайдите на ком сидит, тоже как босс. Одного моба за контроль Войд, играем по нову. Зажми уже лепесток, Хан. Моба за контроль. Зафиляй его, Санька, еще потом. Ну, держи его тоже, если придет, зафиляй. Все, играем. По боссу рейд на 20% со сферками и прохиливаем людей. Может, мобу добьем? Да знаете. Сацуну, Сацуне прокил. Да. Так, Андрюха, дай ВР по Сацуне. Вадим, нажми не боб. Бабл и Массакру. Ребафните Сацуны. Незыбкую, если не отдавал. Желтый джаггер на 5 секунд до незыбки. Угу. Отдал незыбку. Все, не хиляйте никого вообще, потом прохилите только. Ну, без вайпов убили, плюс 2500. На ретрике много этих было стаков, его было нереально прохилить. 8 штук там было. Это кто шарит? На ШПшника власть идет, нет? Нет. Столгорода и этот кондёр. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены лишь самые сильные. Сейчас давай еще докину. По-быстрому. Давай по-быстрому. Так, топор. Что ты сказал? Где же половина? То, что без вайпов или что? Да. Ну, ни разу не упали. Время много не потеряли здесь. На разрыв у меня времени уходит пока что. Прям пиздец. Ну, научимся, Роман, научимся. 3, 2, первый раз. 1, все. 2. Обмен Сацуны бусики. Че, СВК 10? Да. Так 50 на 50 или проходки? Да, 50 на 50 пойдем, сделаем состав. Боешка. Так, боешка, боешку оставляй. Продадим на рыбку.